А причиной массовых аварий на мосту «Миллениум» стали плохие дорожные условия. В этом были согласны практически все участники нескольких дорожно-транспортных происшествий. Там в разный промежуток времени столкнулись 4 машины. От заносов некоторых автомобилистов не спасли даже зимние покрышки. Все подробности происшествия в репортаже Рамиля Шайдулина. Вы резину сменили, нет? Не успели? Успел, вчера поменял. Возвращение зимы не ждал, колеса менял, и снег стал неприятным сюрпризом. Думал, ничего страшного, но не спасла и аккуратная езда. Водитель Hyundai Solaris ехал по мосту Millennium. Вдруг Ладу 99-й модели, едущую чуть впереди, начало заносить. Мужчина попытался остановиться, но справиться с управлением он также не смог. Я сзади ехал. Расстояние где-то 50-70 метров. Ну, почти 100 метров было примерно. Ну, я тормознул, короче, ну, вот погода, гололед, так получилось. Учитывая, что торможение не помогло, Hyundai Solaris ударил Ладу, а после вылетел в отбойник. Сам же мужчина чудом не получил серьезных травм. Подушки вот спасли, подушки безопасности спасли. По похожему сценарию произошла авария по соседству. Женщина-водитель Toyota RAV4 снизила скорость, после чего в ее машину врезалась Лада Калина. Как отметил владелец российского автомобиля, избежать столкновения он не смог. Причина все та же – гололед. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.